моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, и страх не властен над годами. И все давно уже друг другом прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебна. И дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной, но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной? И наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна. И к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны. И все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны. И все давно переменились адреса.